Может, у тебя найдется кусочек хлеба, а? По правде говоря, я тоже проголодался. Ровно двое суток, как ничего не ел. Подождем, может, из Яслиба нам привезут что-нибудь съестное. Рода ждем. Эй, Абу-Рафе, иди скажи посланнику Аллаха, чтобы отказался от этой затеи с осадой. Абдулла, ты понимаешь, что говоришь? Я правду говорю, чистую правду. Нас или хайберовские иудеи перебьют, или же помрем с голоду. Что такое? Что случилось? Абу Салих. Израильским сынам Аллах еду послал с небес, а нам с земли. Где Мухаммед? Где могу я его видеть? Кто этот человек? Куда вы его ведете? Он пастух хайберовцев. К тому же у него 50 овец. Слава Аллаху, что не оставил своих мусульман в беде. Еду нам прислали сами хайберовские иудеи. Отпустите его, пока посланник Аллаха не принял о нем самом и его овцах какое-то решение. О тебе я уже принял решение. С тобой я чувствую себя очень уверенно. Ты веришь в иудейских пророков? Все человечество верует в них. Вера эта ниспослана нам самим Аллахом и не зависит от того, о чем толкуют иудеи. Среди иудеев я провел всю свою жизнь. Простит ли меня Всевышний? Он очень великодушен. Значит, простит. Ты взгляни внутрь себя и почувствуй, что подсказывает твое сердце. Покой. Это и есть великодушие Аллаха. О, Мухаммед, разреши мне остаться у тебя. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Этот человек принял ислам. Он стал мусульманином. О, посланник Аллаха, отныне все эти овцы целиком и полностью в твоем распоряжении, повелитель мой. Все их дарю тебе. Верните им овец. О, посланник Аллаха, ведь мы голодны. Нам есть нечего. Ты, конечно, прав. Но овцы принадлежат иудеям. Позовите их. Пусть придут, откроют ворота и заберут своих овец. Пророк мой, овцы — наша добыча, взятая в тяжелых условиях. Лишь то считается добычей, что приобретается во время боя. Какое же у тебя большое сердце! Твое присутствие вдохновляет меня! Очень удачно сложилась твоя судьба. Теперь я мусульманин? Теперь вы станете свидетелем судьбы этого человека. Он стал одним из нас. Отныне считайте его братом своим и завоюйте его уважение. После этого вы его больше не увидите. Слава Аллаху! Я уже мусульманин!
Откройте ворота крепости и заберите своих овец. Эй, вы там внутри крепости! Не бойтесь, мы не тронем вас! Заходи, Абуль-Асват. Я не с тобой. Заходи, старый дурак. Сказал тебе, проходи. Дурак ты никчемный. Я не с тобой. Абу-Асват больше не еврей, я мусульманин! Мусульманин! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Сейчас я и тебя пошлю ко всем чертям! Заткнись! Заберите! Вы же проголодались! Ешьте! Хоть немного утолите свой голод! Знайте, что у нас есть харис и мархаб! Если голоса будут равные, то есть мы трое на одной стороне, и вы трое на другой, тогда действительными будут считаться голоса той стороны, в которой будет Абдурахман ибн Оф. Все согласны? Нас здесь шестеро. Мы все представляем великого пророка. Хотелось бы знать, кто первым хочет высказаться. Али. Зубейр. Алха. Хотя мне трудно говорить, но во имя Аллаха я начинаю первым. Утверждают, будто пророчество и имамат не могут находиться в руках одной семьи. Я пришел сюда для того, чтобы опровергнуть идеи тех, кто предпочитает свои слова изречением пророка.
Я приму решение данного совета. Но скажите, ради всего святого, кроме меня, есть ли среди вас другой, у которого такой доблестный дядя, как Хамза, считающийся львом Аллаха, львом пророка и хозяином павших героев? Заклинаю вас Аллахом. Скажите, есть ли среди вас такой, кто раньше меня принял бы ислам, и кто за всю свою жизнь ни на мгновение не сомневался в единобожии? Я, будучи Зубейром, клянусь Аллахом, что нет. Будучи толпой, я тоже утверждаю нет. Этой чести удостоен только ты, о Али. Никаких сомнений. Ислам первый принял ты. Это правда. Стойте, успокойтесь. Не трогайте наших женщин. Эй, Абу Рафе, верблюды отстают. Успокоиться? Что ты нам скажешь, Али? Ты меня хорошо знаешь. Я тоже знаю тебя как хорошего человека, сын Уббы. Мы уже вынесли свое решение. Говори, что хочешь. Но не преграждай нам путь. Куда ты ведешь этих женщин, Хашими? Не жалеешь, что оставил Мекку? Мекканцы хорошо знают все достоинства вашей семьи и семьи Мухаммеда, о Али. Поэтому отправь их сейчас же обратно. Без какого-то ни было сопротивления. Посмотри, чтобы верблюды не разбежались. Сын Уббы, повторяю еще раз. Мы направляемся в Ясриб и ни за что не свернем с пути. Ты меня знаешь даже лучше, чем мои воины. Ты хоть соображаешь, что говоришь? Да. Говоришь, что держите путь в сторону Ясриба? Верно. И утверждаешь, что ни за что не свернете с этого пути? Именно. Мне кажется, что она Фатима бинти Абдуль-Муталиб. А вон та... Фатима бинти Асад, твоя мать. Следующее. Фатима бинти Мухаммед. Я и эти шестеро самых лучших бойцов Мекки. Ни за что не уйдем отсюда. Или сами добровольно вернетесь обратно. Или же вернетесь в Мекку, обезглавленные. Эй, вы, воины Мекки, верните их обратно. А с этим я сам справлюсь. Если хоть один из вас сделает неверный шаг, мы вас не пощадим. Я не намерен проливать кровь.
Иди сообщи мекканцам, что Али на стороне Мухаммеда, если даже придется сражаться. Иди! Заклинаю вас Аллахом. Скажите, есть ли среди вас, кроме меня, такой, о котором с небес было сказано: среди сабель Зульфугар единственный, а среди богатырей подобному Али нет? Соратники Мухаммеда собираются вместе и готовятся выступить против нас. Я сюда приехал лишь ради того, чтобы убить Мухаммеда. Собранные нами войска не оставят его в живых. Под командованием Дуаля. Под командованием Дуаля. Прибыли! Прибыли! Наши войска прибыли! Идем готовиться! Это что? Вокруг всего ястреба вырыта траншея. Что же теперь делать? О, Абу Сафьян, не беспокойся. Траншея эта будет заполнена трупами. Победа будет за нами. Хочу сражаться с мужчиной. Оставайтесь на своих местах, не разбегайтесь, стойте на месте. Среди вас есть мужчины? Эй, Мухаммед! Моя вера сильнее вашей веры. Слышишь меня? Эй, Мухаммед! Поговаривают, что ты прибыл на нашу встречу с женщинами Медины. Интересно, найдется ли среди вас хоть один мужчина? Нет ли такого, кто хотел бы попасть в рай? Мне кажется, что у них нет ни одного мужчины. Их вера ложная, Абу Сафьян. Кто из вас закроет рот этому неверному? Кто из нас закроет рот этому неверному? Среди вас есть человек, который закроет рот этому неверному? Это изречение посланника Аллаха. Али.
повелитель вселенной. В боях при Бадре ты отнял у нас Хувейду, а при Ухуде Хамзу. Это двоюрный брат пророка Али. О, Аллах, будь ему опорой, сделай так, чтобы он всегда побеждал своих врагов. Аллаху Акбар. Взгляни туда. Сейчас перебьем всех. Среди них нет ни одного мужчины. О, Аваз, кажется, среди них нашелся мужчина. Заклинаю вас Аллахом. Скажите, есть ли среди вас хоть один, кроме меня? Когда эмир ибн Абу Дауд со слезами на глазах просил помочь с подкреплением, и всех охватил смертельный страх, посланник Аллаха во время битвы при Хандаке соизволил говорить: «Али полностью готов к бою. В его лице весь ислам противостоит против всех гяуров». Разве не из уст пророка прозвучали эти слова? Удар, нанесенный Али в день Хандакской битвы, стоит больше, чем все молитвы всего сущего. Клянусь Аллахом, это касается тебя, о Али. Клянусь, что твои слова правда. Смотрите, весь исламский мир поднялся на борьбу против неверных. Али! Али ибн Абу Талиб? О, Аллах мой! Сейчас перед тобой нет никого, кроме этого юного богатыря, носящего твое имя, распространяющего твое священное писание. Любящие тебя мусульмане поднялись на борьбу за то, чтобы приумножить число верующих. Поручаю тебе, Али, своей добротой и великодушием укрепи его шаги, уверенность в себе, приумножь силу его. Мы не жаждем крови. Убери меч и возвращайся в свое племя. Если Абу Суфьян примкнет к тебе и возвратится с тобой, мы не применим силу, не нападем на вас. Ты знаешь, кто я? Да, и очень хорошо. Точно знаю, что в этом поединке ты ни разу не сможешь пустить в ход саблю свою. Коли так, о эмир, выбери форму боя, которую хочешь сам. Пусть все увидят, как ты сведущ в законах доблести. Эй, Абу Суфьян! Этот парень поставил передо мной три условия. Или становлюсь мусульманином, или покидаю тебя, или же сражаюсь с ним. Если так, стой на своем месте и испытай на себе силу моего меча. Тогда увидишь, что даже разъяренный лев бежит прочь. Ты все сказал? А теперь слезай с коня.
Аджих! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Я отрубил тебе ногу, чтобы ты на себе испытал всю боль коня. Убей меня, юноша! Положи конец моим страданиям! До сих пор меня никто не видел лежащим на земле! Отруби мне голову! Куда идешь, Али? Положи конец моим страданиям, о, Али! Я хорошо знаю, как остра сабля твоя. Знал, что среди арабов меня может убить лишь Али. Я плюнул тебе в лицо, чтобы ты поскорее убил меня. Положи конец моим страданиям. Избавь меня от насмешливых взглядов. Успокой мою душу. Прошу тебя. Мы, члены семьи пророка, не хотим ничего, кроме милости Аллаха. Но плевок твой меня разъярил. Гнев меня торопил, чтобы я сразу покончил с тобой. Но в таком случае милость моя была бы выше милости Аллаха. Я дал себе зарок, умерил свой пыл, а теперь... Я убью тебя во имя Аллаха, всемилостивого и милосердного. Эй, куда? Куда вы бежите? Оставайтесь! Боритесь! Удар Али, нанесенный им в день Хандакской битвы, стоит больше, чем молитва. Али! Али! Слушай меня хорошенько, сын Абу Талиба. Ярость моя к тебе безгранична. Готовься принять удар моей сабли. После этого поступка я твой враг на веки веков. Слышал, что я сказал? После этого я твой враг. За что же Абу Суфиян так возненавидел Али? Он эти слова должен был сказать посланнику Аллаха. Хоть Абу Суфиян и раздумал воевать, у него, как у шайтана, коварное сердце. Пока есть этот мир, он враг мой, враг моей семьи во веки веков. Заклинаю вас Аллахом, скажите, есть ли среди вас, кроме меня, такой, о котором пророк говорил? О, Али, тебя может любить только праведный. И только Гяур может быть врагом твоим. Верно я говорю или нет? Верно. Правду говоришь. Нет никакого сомнения, что это истинное слово. Клянусь Аллахом, о Али, этих слов заслуживаешь только ты. Все, что ты говоришь, истинная правда, о Али. Абу Асват больше не еврей, я мусульманин. Мусульманин! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Сейчас я и тебя пошлю ко всем чертям! Заткнись!
говорите! Вы же проголодались! Ешьте! Хоть немного утолите свой голод! Знайте, что у нас есть Харис и Мархаб! О, Мухаммед! Возьмись за ум, возвращайся, пока жив и невредим! Здесь Хайбер, а не Хандак! Здесь для тебя ни Ухуд и ни Бадр! Здесь Хайбер! У нас 10-тысячная армия! Слышал, что я сказал, Мухаммед? Будь мудрым, уходи прочь! Мухаммед, где ты? Это я, Харис. Мухаммед! Мухаммед, забирай своих людей, поскорее уходи отсюда. Они то нанесут такой удар, что запомнишь на всю жизнь. Мухаммед, я хочу увидеть достойного воина, готового сразиться со мной. Заклинаю вас Аллахом. Скажите мне, в битве за Хайбер, когда все, рассыпавшись в разные стороны, бежали с поля боя, разве посланник Аллаха не изволил сказать: «Завтра вручу я знамя свое тому, кто любит Аллаха и своего пророка, тому, кого любит Аллах и его посланник. Аллах возьмет крепость его руками». Жали. Клянусь Аллахом, что это так и есть. Молодцы, воины. Харис меня беспокоит, Мухаммед. Посмотри, как он держится. Его войско не думает уходить. Наверное, готовится к штурму. Не беспокойся. Эта крепость несколько отличается от других. К тому же мы превосходим войско Мухаммеда. Но он уже захватил 5 наших крепостей. Все войско Мухаммеда перед твоими глазами. Нас 8 раз больше. У нас много сабель и копьев. Все в достатке. Но меч Мархаба все еще в ножнах. Разве до сих пор был такой, который мог тягаться с Мархабом и мной? О, Харис, ты сражался не один раз. Много войск разбил на голову. И теперь все взоры иудеев обращены на тебя. Где же Али?
Почему его нет среди войска? Али нет среди воинов. О, посланник Аллаха, я видел его, когда он пек хлеб для нашего войска. Здесь кроме тебя нет никого, кто бы мог печь хлеб для войска. Посланник Аллаха отправил меня за тобой. Защитники крепости Хайбер без устали зовут тебя. Мухаммед послал человека за Али. Али? Да, за Али. Вслед за Али ибн Абу Талиб. Али ибн Абу Талиб. Заклинаю вас Аллахом. Разве в то утро пророк не распорядился о том, чтобы вызвать Али к нему? Несмотря на боль в глазах, я внял его призыву. Дорогой Али, крепость эта еще не взята. Выбери из войска любого воина. Иди и открой ворота крепости. Да, добрый путь тебе. Творец мой, эти руки просят помощи у тебя. Дай им силы. Это верные воины твои. Я прошу тебя, брат Мухаммеда, посланника Аллаха, Али ибн Абу Талиб. Послушай, сын Абу Талиба, твой род дал мне и другое имя. Я смерть. Я тот, кого люди видят последним в этой жизни. Кто может устоять перед моим мечом и копьем? Я услышал все, что ты сказал, Харис. Есть иной путь, кроме меча. Я еще раз говорю о том, что выгодно тебе, Харис. Мы ближе к вам, чем жители Мекки, считающие себя выше вас. Мы все из одного рода, и у нас единая вера, в которой веровал Божья милость Моисей. Истинные иудеи из поколения в поколение ждали пришествия пророков. Мы с вами, а не против вас. Внимательно слушай, что я тебе скажу. Я не верю тому, что ты сказал. Если ты мужчина, если сил хватает, принимай удары моего меча и копья и не трусь передо мной, как другие. Успокойся, Харис. Мы хорошие соседи. И не торопись враждовать с нами. Ха! Ха!
Сын Абуталиба, вынь из ножен меч свой! Вынь меч свой, нападай на меня, сын Абуталиба! Иди, посмотрим! О, горе нам! Харис! Возвращайтесь в крепость! Побыстрее, живо! Куда бежите? Стойте! Не убегайте! Стойте! Возвращайтесь! Хариса приведите сюда! Затем пророк провел рукой по моим глазам, и я выздоровел. Вручил мне знамя, и я перешел в наступление. Хайберовцы Харис и Мархаб пали от моих ударов. Вырвав ворота крепости, я расчистил дорогу для мусульман. Ты правду говоришь, Али. Все так и было. Битва еще продолжается? Все вести об Исхака смехотворны. Животы надорвали. Замолчите. Мой господин. Харис. Убит. Ты сказал убит? Да, Харис убит. Убит? Убит? Убит. Вай-вай. Какое большое горе. Горе нам всем, горе. Ты сказал, он убит, Абу Исхак? Да, он мертв. Кто его убил? Али. Али? Али? Али ибн Абу Талиб. Али? Горе нам, горе нам. Это рана от одного удара. Готовьте мои доспехи. Коня не надо. Где его мать? Пусть придет и поплачет. Лежит так, будто заснул, а не умер. Хайберовцы уповают лишь на Мархаба. Я знаю его как великого воина.
Я хочу от него лишь одного. Пусть примет мое разумное предложение. Да не прольется кровь в ненужном бою. Я перебью этот род, сотру с лица земли. Ты убил Хариса ибн Абу Зейнаб из Хавера. Я призывал его к миру, но он требовал сражения. Говорил ему: станешь мусульманином, можешь примкнуть к нам. То же самое говорю и тебе. Мне? Да, тебе. Чтобы я стал мусульманином? Да я жажду мусульманской крови. Стать мусульманином? Все веры Аллаха — продолжение друг друга. Одна дополняет другую. Эта линия, начатая с Адама, Адама, Ноя, Моисея, Иисуса, и заканчивается на Мухаммеде. Оставь разговоры, Али. Если смелый, нападай на меня. Хайбер знает, что я мархаб. Все хорошо меня знают. Я богатырь, очень любящий меч и сражения. Обнажите мечи и попытайтесь преградить мне дорогу. Посмотрите, как играючи справляюсь с мечом и копьем. Хоть ты и жаждешь нашей крови, но великодушие может сблизить нас. У нас разные пути дороги. У всех пророков была одна общая дорога. Не говори ерунду. У пророка Моисея дорога была иная. Ваш пророк Моисей и наш пророк тоже. У вас своя вера, у нас своя вера. Заклинаю вас Аллахом, есть ли среди вас, кроме меня, такой, у которого брат, как Джафар Тайяр? Аллах одарил его крыльями, с помощью которых он парит в раю. О, Мухаммед, знай, что хоть и споришь, но Бога мы нашли раньше. Ты в своей мечети среди стольких людей предлагаешь, чтобы мы приняли твой путь. Все последние дни ты призывал нас на путь Аллаха. На все это большое спасибо. Благодарю. Но мне уже 70, а Ихаву 80. Мы все христиане,
С первых дней своего рождения оставались верными пути своих предков и следовали их вере. Не знали какой-либо другой веры. Мы сейчас слушали все, что ты сказал. Ты говоришь, если причина несостоявшегося пришествия Иисуса связана с желанием Аллаха, то существо без отца и матери имеет больше достоинства быть названным Творцом Вселенной. Но мы вместе с тем продолжаем путь своих предков. Как я уже утверждал, мы не можем принять твою веру, о Мухаммед, и тебя, как посланника Аллаха, согласись. О Мухаммед, дай нам и всем христианам идти своим путем. Ты иди своей дорогой, а мы продолжим путь, по которому шли до сих пор. Мы, христиане, обратив взоры на свою религию, видим, что истина не на стороне ислама, как утверждаешь ты, а на нашей стороне. Подождите! Все, что я сказал, это не выдумка. Все это волеизъявление Всевышнего. Вы услышали мое приглашение, но не захотели его принять. Несмотря на это упорство, мы все равно уважаем вас. Чтобы удовлетворить волю Аллаха, приглашаю вас на Мубахиле. Мубахиле? Посмотрим, кто из нас обманщик. Попросим Аллаха, чтобы не спаслал ему свои проклятия. Мы принимаем твое предложение, Мухаммед. Мы полностью уверены в своей правоте. Это предложение – последняя черта нашей будущей победы над вами. Согласны на это? Где место встречи? Вы знаете это место. Завтра утром встречаемся на окраине Медины. Мы в свою троицу богов верим. Наши боги обязательно ниспошлют тебе проклятие, уничтожат род твой, сотрут его с лица земли, а приближенные и последователи твои примкнут к нам и полюбят нашу религию. Если вы любите Мухаммеда, то встаньте и сейчас же попрощайтесь с ним, ибо он больше не увидит утреннюю зарю. Мне 80 лет. Ровно 70 из них я провел в богослужении, просил милости у Бога. И первый раз за 70 лет я буду молить Бога о проклятии, чтобы он покарал посланника, и увижу плоды своих молитв. Что? Что он сказал? Что ты говоришь? Люди, вы слышали, что он сказал? Успокойтесь, успокойтесь. Что он говорит, безумец? Пусть никто из вас не осуждает их, успокойтесь. Я сам дал им обоим возможность свободно выражать свои мысли. Я дам вам совет. Если мы оба сможем навлечь проклятие на Мухаммеда, не осуждайте нас, ибо сам он так хотел. Как зовут тебя, прекрасный человек?
Абу Рафе, бывший раб Мустафы, а теперь свободный. Если задам тебе один вопрос, ответишь на него? Конечно, спрашивай, христианин. Если Мухаммед захочет приехать, то какую дорогу выберет? Дорогу, по которой идут все. По которой мы пришли. Мимо той финиковой пальмы. Эй, Абу Рафе, скажи, кто эти обреченные, которые идут рядом с Мухаммедом? Мужчина, что справа от него, зять и помощник, Али ибн Абу Талиб. Али? Тот самый, кто убил при битве в Хандаке эмира Амри ибн Абу Давуда? А в Хайбере Хариса и Махраба? Заклинаю вас Аллахом, скажите, есть ли среди вас, кроме меня, такой, у которого супруга, дочь посланника Аллаха, его любимица, госпожа всех райских женщин? Клянусь Аллахом, что такой честью достоин лишь ты. Заклинаю вас Аллахом, скажите мне, есть ли среди вас, кроме меня, другой, у которого сыновья такие, как Гасан и Гусейн, подобные райским юношам, любимцы посланника Аллаха? Клянусь Аллахом, нет, Али! А кто эта женщина? Она дочь посланника Аллаха, а также супруга Али. Верно. Госпожа всех женщин на земле, Фатима. Наши предположения не оправдались, о Эхаб. Мухаммед не привел свое войско. А ты посмотри туда. С каким достоинством он идет. Видишь, Эйхаб? Он привел свою семью, чтобы доказать свою правоту. Если Мухаммед не сдержал бы свои слова, то место для Мубахиле выбрал бы далеко отсюда. Если эти руки вознесутся вверх для совершения молитвы, о Эйхаб, горы разверзнутся. Их молитвы уничтожат христианство и всех христиан. Торопись, Агиб, побыстрее иди, не дай ему совершать молитву свою. Скажи ему, пусть не проклинает нас. Скажи ему, пусть забудет проклятие. О, Мухаммед, постой, остановись, не проклинай нас, не проклинай. Заклинаю вас Аллахом, скажите, есть ли среди вас другой, кроме меня, на имя которого ниспослан стих из Корана «Фатир»? Заклинаю вас Аллахом, разве посланник Аллаха Мухаммед по велению Аллаха не закрыл перед всеми двери в мечеть и открытую оставил только для меня? Когда вы все возражали на это, разве не сказал пророк, не я ли закрыл ваши двери и открытую оставил дверь для Али? Тот, кто закрыл ваши двери и оставил открытой только для Али, это Аллах.
Заклинаю вас Аллахом, скажите, есть ли среди вас другой, кроме меня, о котором и пророк в день Гадр-Хума сказал: «Если для праведных я святой, значит, и Али для них святой. Творец мой, люби любящего его, будь врагом тому, кто враг ему, враждуй с врагами Али, помоги тому, кто помогает ему, а позорь того, кто позорит его». Ты прав во всем, у Али. Клянусь Аллахом, все это относится только к тебе. О, мои братья и сестры, никуда не расходитесь, не падайте духом. Знаю, жара нестерпимая, и все вы устали. Но пророк хочет всем вам кое-что сказать. Во имя Аллаха Милосердного и Всемогущего, хвала и честь Аллаху Вселенной. Скажу вам истину, чтобы в будущем никогда не сбились с верного пути. О, люди! Я оставляю вам в наследство два бесценных сокровища. Одно — Коран, другое — Ахлебейт. Коран и Ахлебейт. Пренебрегать Кораном и членами моей семьи равносильно гибели. Аллах — Творец мой, а я правитель всех праведных мусульман. Если для кого-то я святой, значит и Али для них святой. Творец мой, люби любящего его, будь врагом того, кто враг ему. О Всевышний, люби того, кто любит Али. Кто враг ему, покарай его. Люди, Аллах всегда с Али. Али всегда на стороне Аллаха. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Да будет благословенным Али! Да будет благословенным Али! Да будет благословенным! Вы неоднократно слышали от посланника Аллаха, когда он говорил: «О Али, твое отношение ко мне — это отношение Каруна к Моисею». Возможно, кто-то сомневается в этом, но только не пророк. Мы не сомневаемся в искренности твоих слов. И Аллах свидетель того, что перечисленные мной достоинства не составляют и одной тысячной доли моей добродетели. Но несмотря на это, вы придерживаетесь другого пути и стремитесь к нему.
ради Аллаха и ради пророка буду терпелив. Здесь устроим привал. Что это за стоянка, Абу Рафе? Это ты дал приказ остановиться? Ибн Аббас, разве я могу отдавать такие приказы? Приказали остановиться здесь. Но здесь нельзя стоять. Было бы лучше продолжить путь и сделать стоянку к полудню. Люди Мави везде затевают козни. Ждем небольшой отряд из 1000 человек, который соединится с нами. Сейчас он находится в пути. Тысяча человек? Да, тысяча. Не меньше и не больше. Чего опасаешься, Ибн Аббас? Ты слышал, что он сказал? Сказал, что ожидаем небольшую группу всадников и пеших воинов. Нет, Малик, он еще что-то сказал. Слышал. Сказал, что на пути группа из 1000 человек, которая соединится с нами. Сомневаешься в искренности его слов? Ты хоть понял смысл этих слов? Я беспокоюсь, Малик. О чем беспокоишься, Ибн Аббас? Ну? Эти племена – сторонники эмира праведных. Я не говорю, что они люди Мави. Просто рассуждай об этих цифрах, о тысячи. Ты раньше не видел такого верного в своих словах человека, как эмир праведных. И это правда. Он обо всем знает. А что он не знает? Ты не беспокойся. Если их и не тысяча, то меньше того не будет. Ты разве не слышал, что будет тысяча человек? Ни больше, ни меньше. А если их больше? А если будет меньше? Знаешь, Малик, это будет поводом в руках лицемеров из Куфы.
Люди станут распространять сплетни. Али говорил о 1000, а пришли 900. Или же 1001. Скажи, сколько их было, Малик? Ровно 800. Я тоже насчитал 800. Надеюсь, те, которые присоединятся к нам пока в пути, их ровно 200. Не больше и не меньше. А вот и недостающая часть войска, которую ждали. Нам нужны 200 человек. Ни больше, ни меньше. Сколько ты насчитал? 199. 199. Я тоже столько насчитал. Я говорил тебе. Если кроме нас еще кто станет снова считать, что тогда? Видишь, цифрам доверять нельзя. Может, ты ошибся? Нет, Малик, не ошибся. Мы оба считали. Он назвал цифру 1000, а мы насчитали 999. Я ни на секунду не сомневаюсь в справедливости нашего имама. Сколько бы я ни был рядом с ним, не перестаю удивляться чудесам, которые он совершает. Да, я тоже, как ты, Малик. К тому же что-то мне подсказывает, что он, как всегда, будет прав. Простите меня за то, что я сомневался в ваших словах. По-твоему, мои слова могут быть неточными? Как вам известно, среди нас есть колеблющиеся. Я опасался сплетен и того, что из мухи сделают слона. Он посмотри туда, Ибн Аббас, на нашего друга-добродетеля, который сейчас появится. Я жду его с нетерпением. Как только подойдет к нам, список прибывших будет полный.
Мир и покой моему господину. Мир и покой уставшему путнику. Слава Аллаху, что привел меня к твоему отряду. Глаза мои засветились сильнее, взглянув на твое прекрасное лицо. Я тоже мечтал увидеть тебя, дорогой Увейс. Увейс? Увейс Аль-Гарани? Слышал, Малик, что он сказал? Это же Увейс! Это же Увейс Аль-Гарани! Увейс Аль-Гарани! Я не раз умолял Аллаха, чтобы увидеть этот миг. Увейс, ты преодолел долгий и изнурительный путь. Подождем, чтобы ты чуть отдохнул, набрал силы. Источник моей силы ты, мой господин. Я умолял Бога, чтобы отнял мою жизнь лишь после того, как я увижу тебя. Какая усталость может одолеть меня, если рядом со мной мой господин? И у меня есть для тебя радостная весть, Увейс. Это важнее того, что я вижу тебя? Да, Увейс. О, Аллах, что я слышу? Ты, избравший нас, ставший на путь истины, станешь шахидом. Пророк, выступая в Гадирхоме перед собравшимся, сказал, что у посланника Аллаха врагов достаточно много. Затем он обратился к Али. «Стань, Али, после меня имамом и главой моего народа будешь ты. Я правитель праведных. Люди, отныне он такой же правитель, как ваш, как и я. Все от всего сердца искренне повинуйтесь ему». Нигде нет воды. Мы все жаждем воды. Откуда ты приносишь воду? Неподалеку от Фалат у меня есть друг. Съестное и воду раз в месяц он приносит сам. Если хотите воды и у вас нет иного пути, так идите в Фалат.
уходите! Умоляю, не уходите! Я хочу вам кое-что сказать! Подождите! Стойте! Умоляю! Прошу вас! Подождите! Добрый человек! Кто у вас главный? Сам посланник Аллаха или его наместник? Наместник посланника Аллаха. А имя? Как его имя? Али. 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 Ильяс. Илья. Илья. Али. Это... А на иврите Илья. Куда идете? Воевать. Воевать? Воевать с кем? Шамской армией. А кто правитель Шама? Муавия. Муавия? Ты наместник пророка? Да, христианин. Я наместник последнего избранника Аллаха. А раз так, то слушай. Наши деды и прадеды в этой крепости веками ждали именно того дня, чтобы мужчина, подобный тебе, пришел и нашел этот родник. Но все потомки умерли, так и не увидев сей родник. Взгляни на эту дощечку. Один из апостолов Иисуса на дощечке оставил знак. Знак, что здесь находится один из райских родников. Никто, кроме последнего избранника Аллаха или его избранника, не может обнаружить этот родник. И пусть каждый из вас, встретившись с первооткрывателем этого родника, не раздумывая, примет его веру и вступит в его отряд. Я вижу в твоем облике какой-то лучезарный блеск. Покажи мне дощечку. Хвала и честь Аллаху, что Ибн Абу Талиб рядом с ним. Разреши мне стать мусульманином. Принятие ислама подтверждается не словами, а делами. Мы идем в бой. Я тоже с вами. Я тоже мусульманин. Я один из вас. Вас. Добро пожаловать в ислам. Услышь радостную весть. Конечно, изволь, свет моих очей, говори. Сифейне, ты будешь первым шахидом нашего отряда. Как здорово! Это прекрасная весть. Это добрая весть. Спасибо. Я сам совершу намаз у твоего гроба. Я собственными руками опущу тело твое в могилу. Скажу, что этот человек действительно был членом нашей семьи Ахлебейт. Какое огромное счастье! Какая огромная радость!